Здравствуйте, друзья! Сегодня в работе Nissan Qashqai. Центральный замок на этом автомобиле работает только с салонной кнопки управления и не работает с ключа. Сейчас будем разбираться, в чем проблема. Для начала проверим систему автомобиля на наличие сохраненных кодов неисправности. Подключаем диагностический адаптер и включаем зажигание. Выбираем локальную диагностику. Далее выбираем азиатский рынок и марку Nissan. Нажимаем кнопку подтверждения и ожидаем соединения с автомобилем. Переходим в ручной выбор. Рынок производства Европа. Выбираем страну производства Великобритания. Теперь из списка выбираем нашу модель Qashqai. Наш кузов J10, его и выбираем. И год выпуска с 2011. Далее нажимаем кнопку быстрого тестирования. Сохраненных кодов неисправности не обнаружено. Блок, который отвечает за центральный замок, называется BCM. В него и заходим. Теперь необходимо перейти в поток данных. И здесь заходим в пункт Door Lock. Выделяем все пункты и нажимаем кнопку подтверждения. Здесь мы можем видеть, что система правильно отслеживает включение и выключение зажигания. Также мы видим, что система определяет нажатие на кнопки на ключе, но при этом центральный замок не реагирует. Центральный замок полноценно работает при нажатии на кнопки в салоне, и мы это можем видеть в значениях. А вот пункт, показывающий значение наличия либо отсутствия ключа в замке зажигания, не меняется ни при каких условиях. Делаем вывод, что концевик на замке зажигания, отслеживающий наличие ключа в замке, неисправен, либо заклинил. Физически отключаем разъем концевика и далее проверяем статус. Да, видим, что статус изменился. И сразу после этого центральный замок с ключа начал работать как положено. Мы заменили замок зажигания, теперь система работает в штатном режиме. Проблема устранена, а я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!